Всем доброго времени суток. Наш сегодняшний видеообзор мы посвящаем препарату Фиприст Комбо, который мы приобрели на сайте интернет-магазина Шиншилка по предварительному заказу. Данный препарат на сайте интернет-магазина находится под кодовым номером 13407. Откроем препарат, посмотрим, что внутри. Вот такая упаковочка картонная. Препарат используется для кошек и хорьков. Это раствор для наружного применения от клещей блох в шее и власоедов. Одна пипетка, производство Словении, Кырка делает. Посмотрим, что внутри. Герметичная упаковочка, которая содержит внутри пипеточку. Также внутри есть наклеечка о том, что ваше животное обработано от паразитов. И также внутри упаковочки находится инструкция на русском языке. Подробная инструкция с описанием, как применяется данный препарат. Обработка животного производится в перчатках. В этот момент нельзя курить, кушать, дотрагиваться до глаз. Обработка производится животному в холку, в места, недоступные для слизывания. Сейчас мы оденем приготовленные заранее перчаточки, откроем ампулу с препаратом и посмотрим, какая пипеточка находится внутри. Берем ножницы и открываем данный препарат. Вот такая маленькая пипеточка находится внутри. Мы ее с вами открываем. Прокалываем. Вот таким образом она прокалывается. И будем обрабатывать наше животное. Как я уже сказала ранее, наше животное мы будем обрабатывать в районе холочки, в места, недоступные для слизывания. Ампулка маленькая. Этой дозировки достаточно для, согласно инструкции, для животного весом 4 килограмма. Вот наш котик. Вот наш котик. Камеру возьми в руки, мама. Вот наш котик. И мы будем его обрабатывать. В области холочки раздвигаем шерстку, вот в этом месте, недоступном для слизывания. Так. И выдавливаем аккуратно содержимое ампулы на кожу животного. Вот мы выдавили и аккуратненько массирующими движениями втираем данный препарат, чтобы он распределился равномерно по поверхности кожи. Впоследствии препарат полностью распределится у животного по коже и в сальные потовые железы и уже начнет свое интенсивное действие. Вот таким массирующими движениями втираем препарат. Данный препарат после обработки обеспечивает в течение 4 недель защиту вашего животного от блох, клещей, иксодовых, власоедов. Надеемся, что будет очень эффективным. Используем данный препарат в первый раз. Содержит этот препарат Фиприст Комбо два составляющих. Одна из этих составляющих – это фипронил. Вторая составляющая – это метапрен, то есть комбинированный препарат. Мы рекомендуем его тоже для вашего использования. Всем спасибо за внимание.